Привет, YouTube, привет, друзья! Сегодня едем с Ларсом и с Олегом устанавливать верховой галечник для глухаря. Взяли мы с собой, что у нас получается, 8 мешков гальки и щит сделали. Позже покажу, в общем, не сделали, а вот катушки для электрических проводов. Электрики оставили, я разобрал и борта сделал небольшие, чтобы песок не высыпался. Сейчас у нас тут лесная дорога, 4 километра. Ходят лесовозы, доедем прямо до места, где будем делать галечник. В общем, смотрите, покажем. Да, кстати, этот галечник делаем по... Значит, у нас местный охотовед. Вот он рекомендует делать такие верховые галечники, чтобы они быстрее вытаивали, и глухарь раньше начинает их посещать, нежели галечник, который находится на земле. В общем, как-то так. Смотрите, не переключайтесь, дальше покажем. Так, ребят, место для галечника выбираем вот такое. Вот здесь делянка у нас. И здесь бугры. На буграх на этих были пеньки. Сейчас будем раскапывать, смотреть. И на этих пеньках будем делать верховой галечник. Солнце в 12 часов, получается, светит как раз на это место. Когда солнце в зените будет хорошо быстро оттаивать. То есть весной он будет растаивать быстрее. Ну, конечно, будем ездить, откапывать его. В общем, смотрите, сейчас будем строить. Так, ребят, вот здесь, значит, у нас три пня. Три пня. Сейчас выровняем их по высоте. Ага. И сюда положим щит. И на него будем засыпать песок. Место тут отличное. Глухарь есть, постоянно здесь держится. Поэтому сделаем здесь галечник. Место хорошее. Так, Фрей, ну-ка спрыгни. For the Caper Kelly. For the wood grouse. Катана бой! Катана бой! Хорошо, царапа. Эксперимент? Эксперимент, да. А. Тест пилы. Высота примерно, вот, смотрите, высота метр, наверное, от земли. Ага. Здесь бугор, песок, поэтому глухарь будет ходить. Найдет он это место в ближайшее время. Так, ребят, сейчас покажу вам щит. Такой вот щит. Это была катушка для электропроводов. Оставили ее электрики. Я ее разобрал. С боков немножко опилил. Сделал вот такую окантовку, вколотил досочки, чтобы песок не пересыпался через борта. Здесь тоже опилил. И вот она в два слоя доска. Тридцатка, наверное. Вот такой галечник на такой вот высоте. Делаем такую конструкцию первый раз, поэтому строго не судите. Я знаю, что наверняка есть люди, которые придумали что-то более оригинальное. Мы делаем впервые. Здесь буквально в километре отсюда был раньше хороший ток, его вырубили. И вот нам надо приводить глухаря. Один галечник сделали прямо на таку, на земле. И один будем делать вот здесь. Потому что открытое место, глухарь постоянно, видим его на дороге. Как-то так, сейчас высыпать будем песок. В общем, покажу, высыплем. Сделали вот такой столик для глухаря. Вот тут очень много мелкой гальки. Как раз то, что ему нужно. Еще Серега с канала Чагравый
порекомендовал сыпать битое стекло. Кто, если знает, как это делается, как его, как вроде раскаляют стекло и воду, водой обливают, и стекло лопается. Вроде бы так. Посмотрим, может сделаем. Стекло служит для того, чтобы привлечь глухаря. Оно блестит, и глухарь видит издалека. Посмотрим. Пока сделали так. Сегодня у нас что, уже почти середина марта. 9 число сегодня. Глухарю как раз уже галька нужна. Хочем здесь хороший ток развести. Даст Бог, получится. Еще будем делать один галечник. Немного дальше сейчас завезем туда. Оставляем мешок гальки под галечником, потому что за лето они все равно подрастеребят, подразбросают. Оставляем мешочек на запас. В общем, как-то так, ребят. Строго не судите, на истину не претендуем. Кто-то все равно сделает лучше. Мы делаем так. В общем, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Серега Охотник. Наша охотничья компания. Всем удачи, всем пока.